Эту удивительную женщину зовут Валентина, и ее без минуты сомнения можно назвать счастливой женщиной. Вместе с мужем они воспитывают умницу-дочку, а всего за пару месяцев они пережили просто невероятный момент. Когда девушке было 26 лет, она забеременела. Родители были на седьмом небе от счастья, при этом чувствуя легкое беспокойство, переживая, чтобы все прошло хорошо и будущий малыш родился в полном здравии. Однажды женщина вернулась с больницы и показала снимок УЗИ мужу. Как только мужчина взглянул на изображение, он моментально вскрикнул от удивления. Дальше он показал увиденное супруге, и та просто не могла поверить. На фотопленке отчетливо можно было разглядеть изображение ангела, который словно посылал девочке воздушный поцелуй. Будущие родители восприняли это как добрый знак. И действительно, девочка родилась здоровой и крепкой. С тех пор прошло уже несколько лет, и девочка не дала маме с папой ни единого повода для беспокойства. «Я верю, что моя малышка отмечена ангелом», — говорит счастливая мама. Просто невероятно, какие сюрпризы могут преподносить обычные снимки УЗИ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам всем будет интересно, спасибо. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.